Не, ну, ребят, тогда давайте мы будем что-нибудь другое делать. Ну-ка, сам можешь все! Сыграть туда, в штрафную. Лучший футбол, который я когда-либо видел в жизни, в записи, живьем. Как угодно, это полная фантастика. Это полный разгром. Команду, ведь Голландия боится сейчас, просто откровенно боится. Павличенко, я же сказал, что ему нужен еще один момент, и он его забил. Фантастический гол. С места правого. Ну-ка, Рома! Левая свободная зона. Зырянов добежал. Белялединов как открылся. Зырянов чуть-чуть сил не хватило сейчас. На передачу атака продолжается. Чуть-чуть бы еще. Еще одно дерево обыграл. Пас! Торбинский! Ну, елки-палки! Ну, ведь может же! Ну, это гений! Я сейчас закончу вообще все! Вы видели это? Вы это видели? Вы видели, что сделал Аршавин? Гениальный гол сборной России! Только, пожалуйста, не громите окрестности! Есть. Голодин! Так на этом чемпионате Европы не бьет ни один футболист. Заставляя голландцев, разинув рот, смотреть на дриблинг. Его то же самое теперь Жирков делает.
Обошел как дерево. Буфонище! Чудовищное буфонище! Я сейчас убегу из комментаторской, потому что это невозможно комментировать. Как можно такие мячи отбить два раза? Буфонище! Объятище! Футболище! Не, ну, ребят, тогда давайте мы будем что-нибудь другое делать. Только, пожалуйста, не громите окрестности. Угодно, это полная фантастика. Это полный разгром.